68 килограммов Павел Пеникин и Кизер Ллойд. Павел Пеникин, киевлянин. Борьба за первое место. Победитель получает высшую награду Олимпиады. Выигрывает третий раунд, идет, выигрывает Павел. И выигрывает тоже достаточно много, порядка 10 очков у Кизера Ллойда, ставку на которого делали американские тренеры не всякого сомнения. Чемпион мира 75-го года Павел Пеникин борется с чемпионом мира 73-го года. И американцы очень рассчитывали, в этой весовой категории еще балл завоевывает Павел Пеникин. В этой весовой категории тоже добиться хорошего результата. У них ставка в основном была на братьев Петерсон, на Кизера Ллойда и на полутяжеловеса. Но бой полутяжеловеса с Иваном Ерыгиным мы увидим. А сейчас приближается к исходу поединок финальный. 268 килограммов. И пока преимущество, очень солидное преимущество на стороне киевлянина. Очень важно в последние секунды, минуты финального боя сохранить возможность контролировать действия соперника. Хорошо сейчас забежал Павел, но один на табло. Поставили еще балл, предупредили Кизера за неведение борьбы. 12-1. Разрыв убедительный. Вот там среди зрителей остается Аслан Андиев. Уже, в общем-то, празднуя, наверное, победу Павла Пеникина, празднуя вторую золотую медаль нашей олимпийской сборной. Борцы, вольники, одними из последних ведут сейчас финальные бои в Олимпийском Монреале. И, конечно, каждая медаль вот здесь, вот на этом турнире, даже не на вес золота, ей цена намного выше, потому что растет общее количество выигранных медалей советской олимпийской сборной, и каждая медаль становится как бы вдвойне дороже и вдвойне нужнее.